висит на доме мемориальная доска. На ней написано: «В этом доме в 1910 году Владимир Ильич Ленин скрывался с Инессой Арман от Надежды Константиновны Крупской». После Октябрьского переворота Ленин взбирается на броневик и говорит: «Товарищи, революция, о которой так долго мечтали большевики, свершилась. Теперь, товарищи, вы будете работать 8 часов в день и пользоваться 2 выходными в неделю». Но Дворцовая площадь, значит, ура, ура. «А в дальнейшем, товарищи, вы будете работать 7 часов в день и иметь 3 выходных дня в неделю». «Ура!» – орет народ. «Ну, а придет время, товарищи, вы будете работать 1 час в день и иметь 6 выходных дней в неделю». «Ура!» – орет народ. Поворачивается Ленин к Дзержинскому и говорит: «Вот видишь, Феликс, ни хрена работать не хотят». Рассматривает Сталин разные проекты памятника Пушкину. Ну, проект первый. Пушкин читает Байрона. Это верно исторически, но неверно политически. Где генеральная линия, говорит Сталин. Проект второй. Пушкин читает Сталина. Это верно политически, но неверно исторически. Во время Пушкина товарищ Сталин еще не писал книг. Ну, исторически и политически верным оказался третий проект. Сталин читает Пушкина. Когда же памятник открыли, то увидели: Сталин читает Сталина. О! Комендант Кремля не подписывает Хрущеву обходной лист. «Это почему?» – спрашивает Хрущев. «Так вы же, Никита Сергеевич, в мавзолее принимали 2, а сдаете 1». Брежнев во время встречи в Верхах как-то спросил у Форда: «А как у вас подбираются кадры для государственной службы?» А Форд ему говорит: «А вот с помощью тестов. Задаем вопросы и в зависимости от ответа даем оценку этому служащему. Ну, например, кто есть сын твоего отца, но не ты?» Ага. Ну, Брежнев задумался и, вернувшись домой, значит, вызвал Косыгина. «Слышишь, Алексей, а кто есть сын твоего отца, но не ты, а?» Ну, Косыгин говорит: «Мой брат Леонид Ильич». «Ага, правильно, молодец». Затем Брежнев вызывает Подгорного. «Слышишь, Коля, а кто есть сын твоего отца, но не ты, а?» Подгорный говорит: «Так этот, мой брат». «А, ошибаешься, Коля, это ж брат Косыгина». На Пасху в Кремле Брежнев встречается со своим помощником. Тот ему говорит: «Христос воскрес, Леонид Ильич». Ну, Брежнев кивнул и пошел. Встречает Суслова. Суслов ему говорит: «Христос воскрес, Леонид Ильич». А Брежнев говорит: «Я знаю, мне уже докладывали». У Сталина пропала трубка. Берия начал расследование. К вечеру арестовали 100 человек, а утром уборщица нашла трубку. Сталин звонит Берии: «Лаврентий, нашлась трубка». «Хорошо, товарищ Сталин, но у меня уже все, за исключением одного, признали, что украли трубку». «За исключением одного?» – говорит Сталин. «Продолжай расследование». Надежда Константиновна Крупская пришла на прием к Леониду Ильичу Брежневу.
Говорит ему: «Здравствуйте, вы помните меня?» Суслов ему шепчет: «Это Надежда Константиновна Крупская». «А, конечно помню, конечно помню. Вы Надежда Константиновна Крупская». «Да, а мужа моего помните?» «Ну кто же не помнит замечательного старика Крупского?» Во время речи товарища Сталина на 18-м съезде партии кто-то чихнул. «Кто чихнул?» – спрашивает Сталин. «Молчание. Каждого десятого на 10 лет лагеря увели». «Кто чихнул?» – я спрашиваю. Опять молчат. «Каждого десятого расстрелять». «Увели». «Так кто же чихнул?» Встает Глеб Крыжановский. Говорит: «Я чихнул, товарищ Сталин. На здоровье». Решил Леонид Ильич Брежнев поближе узнать, как же живут советские люди. Ну, переоделся в одежду попроще и вышел в люди. Увидел мальчика, который ел бутерброд с черной икрой. Он говорит ему: «Где твой отец, а?» Мальчик говорит: «Поехал на работу в новой машине». «А мама?» «А мама поехала на базар купить индюка на старой машине». «А дома есть кто?» Мальчик говорит: «Да бабка, по цветному телеку он мультики смотрит». «Вот видишь, мальчик, это все вам я сделал». А мальчик кричит: «Бабушка, бабушка, иди сюда, дядя Изя из Америки прилетел». Ночь. Село Шушинское. Надежда Константиновна Крупская будет мужа. «Володенька, ну давай». «Ну ты что, Наденька, услышат же». «Ну, Володенька, ну мы потихонечку». «Да нет, перегородки тонкие». «Ну и черт с ними, ну прошу тебя, ну мне очень хочется». «Ну ладно, только тихо, тихо, давай». «Вихри враждебные веют над нами». Выступает Брежнев по телевидению с опровержением. «По Москве распространились ложные слухи, будто вместо меня в машине возят чучело. Ответственно заявляю, что это клевета. На самом деле вместо чучела возят меня». О. Приходит поэт к Сталину, приносит стихи, читает: «Муха-муха, цокотуха, позолоченное брюхо, муха по полю пошла, муха денежку нашла». Сталин говорит: «Ведь что, хотите сказать, что у нас червонцы с портретами вождя по полям валяются, а?» Пошел поэт к Хрущеву, читает: «Муха-муха, цокотуха», ну и так далее. Хрущев говорит: «Нет. Что это у вас муха по колхозным полям шастает? Это так она всю кукурузу помнет, а?» Ну, пошел поэт к Брежневу, читает: «Муха, муха, цокотуха», и так. Брежнев говорит: «Что это значит позолоченное брюхо? Чем это вам наши герои соцтруда мух напоминают, а?» Ну, пошел поэт к Андропову: «Муха, муха, цокотуха», и так далее. Андропов говорит: «Че-че, стой. Что ты там про ЦК сказал?» Во время антиалкогольной кампании проезжает мимо винного магазина Горбачев. Видит огромная очередь, но он остановился, вышел, так подходит к очереди, говорит: «А что тут, коммунисты тоже есть?» «Есть, — говорят, Михаил Сергеевич. — Догнать надо». «Так... гнали бы, — говорит, — так сахара ж нет, Михаил Сергеевич».
приступая к реформам, Никита Сергеевич Хрущев решил посоветоваться с народом. Заехал, значит, в одну украинскую деревеньку, смотрит, там дедок сидит на заваленке. Он к нему подходит, говорит: «Диду, вот мы там в Москве хотим сделать реформы. Значит, вот как ты думаешь, ежели мы сократим аппарат, хорошо будет или как?» А дед говорит: «Ежели сократить аппарат, ничего, но тогда треба удлинять змеевик». Пришел мужик к Ленину с жалобой на ЧК, значит. Ну, а Ленин его спрашивает, обращался ли он к Дзержинскому. А мужик говорит: «Да». «Ну, а что Дзержинский?» – спрашивает Ленин. «Да послал меня нахрен», – отвечает мужик. «О, кристальный души человек этот Феликс Эдмундович», – говорит Ленин. «А другой бы на его месте к стенке поставил, а?» Сообщение ТАСС. Вчера в Большом зале Кремля Леонид Ильич Брежнев принял английского посла за французского и имел с ним продолжительную беседу. У наркома иностранных дел Литвинова арестовали жену. Ну, он жалуется Сталину, значит, на действия наркома внутренних дел Ежова. А Сталин отвечает: «У товарища Ежова, очевидно, есть на нее материал». А Литвинов говорит: «Товарищ Сталин, так у него и на вас есть материал». После выступления певца Козловского члены Политбюро стали вызывать его на бис и предлагать свои программы. «Ну, спойте арию, спойте роман». Тут вмешался Сталин: «Нельзя покушаться на свободу художника. Товарищ Козловский хочет спеть „Я помню чудное мгновение“». И Сталин, как всегда, не ошибся. Когда американцы высадились на Луну, Брежнев вызвал наших космонавтов в Кремль и сказал: «Американцы на Луне. Мы должны их переплюнуть. Полетите на Солнце». Ну, космонавты говорят: «Леонид Ильич, как же, мы же там все сгорим». А Брежнев говорит: «Вы что думаете, у правительства дураки? Полетите ночью». Сталин говорит Крупской: «Потыши, товарищ Крупская, если будете себя плохо вести, мы назначим вдовой Ленина товарища землячку». Вчера книга Леонида Ильича Брежнева «Возрождение» была переведена на итальянский язык. В переводе звучит так: «Леонардо, Ренессанс». Владимир Ильич и Надежда Константиновна сидят, пьют чай. Вдруг за дверью раздается страшный грохот. Ленин говорит: «Не беспокойся, Наденька, это упал железный Феликс». Проезжал Сталин по Москве мимо прекрасной белокаменной церкви Спаса на Бору. Ну, рядом с церковью лежали дрова. «Безобразие, убрать!» – недовольно буркнул Сталин. Ну, поскольку переспрашивать, что именно убрать, дрова или церковь, никто не посмел, то дрова увезли, а церковь снесли.
докладывают Сталину, что обнаружили человека, очень похожего на него. Расстрелять его, приказал Сталин. А может это, может ему усы сбрить, чтобы не так похож был, а, товарищ Сталин? Очень хорошая мысль. Сбрить ему усы, а потом расстрелять. Маршал Жуков выходит от Сталина и в сердцах произносит: «Черт усатый!» Находящийся в приемной Берия заходит в кабинет и говорит об этом Сталин. Тот просит, чтобы Жукова догнали и вернули. «Товарищ Жуков, вы кого имели в виду, когда, выходя из моего кабинета, сказали: «Черт усатый!»» «Гитлера, кого же еще, товарищ Сталин?» «А вы кого имели в виду, товарищ Берия, а?» Посетил Леонид Ильич Брежнев Третьяковскую галерею. Ну, сопровождающие лица ходят за ним, значит, показывают, рассказывают, ну, объясняют, что непонятно ему. Ну, подходят к картине, значит, гид говорит ему: «А это картина «Демон» Врубель». «Хорошая картина, недорогая, у всего Рубель». Докладывают Ленину: «Владимир Ильич, участники кронштадтского мятежа арестованы. Что с ними делать?» «Расстрелять, но перед расстрелом напоить чаем. И непременно горячим». Звонит Дзержинский Ленину: «Владимир Ильич, а когда расстреливать? До или после обеда?» «Непременно до обеда, батенька. Обеды отдавать детям. Дети же рабочие голодают». С утра Брежнев рассказывает Суслову: «Михаил Андреевич, мне сегодня сон страшный приснился». «Какой же, Леонид Ильич?» «А будто бы на Красной площади сидят чехи и китайскими палочками едят мацу». Леонид Ильич Брежнев поехал в Америку. Ну, там, как было запланировано, он выступил по телевидению. В Москве телевизор смотрит его референт, который писал речь. Говорит жене: 40 минут выступления, я писал». Проходит 40 минут, и еще 40 минут, а Брежнев все читает. «Господи, — говорит референт, — я же ему 3 экземпляра речи дал». Раздается звонок в американском посольстве. «Алло, алло, Хаммер, это ты? Это Ленин. Не узнал тебя. Богатым будешь». На том свете сидит Леонид Ильич Брежнев и пересчитывает свои звезды героя, значит. Так считает, потом говорит: «А посмертно-то не дали, а?» Пригласил Сталин писателя Алексея Максимовича Горького к себе в кабинет и говорит: «Мне понравился ваш роман «Мать». Прекрасная вещь. Не кажется ли вам, что пришла пора написать роман «Отец»?» «Прообразом главного героя согласен быть я». «Ну, не знаю, Иосиф Виссарионович, смогу ли я выполнить такое ответственное поручение», — говорит Горький. «А вы попытайтесь, попытайтесь. Попытка не пытка. Правильно, товарищ Берия?» <с- <с-
На стене висит портрет Сталина. Докладчик говорит о Сталине. Хор исполняет песню о Сталине. Что же это за событие? А это вечер, посвященный памяти Тараса Шевченко. О. А вот почему Андропова, а потом Черненко на заседаниях Политбюро избрали единогласно? Да потому, что у Андропова был самый плохой анализ почек, а у Черненко самая плохая кардиограмма. Приходят кадаки к Ленину. Ну так, мол, и так, Владимир Ильич, хлеба нет, с голоду помираем, что делать? А Ленин говорит, а вы травку жуйте. А ходоки говорят, так а мы это, мы не замычим? А Ильич говорит, да мы вот с Дзержинским бочку меда сожрали уже, не зажужжали же. Идет в стране социологическое исследование. Ну, бабульки спрашивают. А как вы думаете, кто эту вот перестройку придумал? Ученые или сам Горбачев, а? А бабулька говорит, конечно, Горбачев, сынок. А почему это? Да потому что ученые сначала бы это на животных опыты провели, а? Из программы генерального секретаря Юрия Владимировича Андропова. Для того, чтобы выполнить нашу продовольственную программу, надо сажать, сажать и сажать круглый год, товарищи, невзирая на погодные условия. Раздается телефонный звонок. Брежнев поднимает трубку. Алло, дорогой Леонид Ильич, слушает. ЦК партии, Политбюро и Совет министров с прискорбием извещают, что после тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, вернулся к работе Леонид Ильич Брежнев. А вот какой был распорядок дня последние годы у Брежнева, а? Отвечаю. 9:00 – реанимация. 10:00 – вливание завтрака. 11:00 – гримировка к торжественному обеду. 12:00 – торжественный обед. 13:00 – раздача орденов. 14:00 – получение орденов. С 15 до 17 – перезарядка батарей. 17 – гримировка к торжественному ужину. 18:00 – торжественный ужин. 20:00 – клиническая смерть. На следующий день в 9:00 – реанимация. Степан, ты слышал, что Брежнев умер? Что, правда? Лично? А вот что будет, если Андропов возьмет пример с Ежова, а? Так что будет? Ежоповщина. Товарищ Андропов, к вам польский посол. Введите.
После смерти Андропова и Черненко состоялась пресс-конференция. Ну, журналисты задают вопрос. Вот мы не можем понять, почему Андропов встречал гостей в Кремле, а Черненко в аэропорту. Так потому что Андропов питался от сети, Черненко от батарейки. У президента Замбези 100 любовниц. Одна из них больна СПИДом. Кто? Сейчас выясняет. У президента США 100 советников по безопасности. Один из них агент КГБ. Кто? Сейчас выясняется. У президента СССР 100 советников по экономике. Один из них разбирается в экономике. Кто? Сейчас выясняется. Андропов, уже будучи генеральным секретарем, решил навестить свое старое место работы. Идет по коридору КГБ и слышит за дверью громкий смех. Ну, заходит туда узнать, в чем же дело. А ему говорят, да вот, такой классный анекдот о вас рассказали. 10 лет давать будем. Слышь, а вот в народе говорят, что последние русские цари, это знаешь кто? Вот Владимир Самозванец, Иосиф Грозный, Никита Чудотворец, Леонид Летописец, Юрий Долгорукий, Константин Тишайший и Михаил Златоуст. Выходит из мавзолея мужичок на Красную площадь. И так растроган, говорит, Ленин-то, мать его, блядь, ну как живой лежит, а? Вы где находитесь? Спрашивает его строгий милиционер. Да я что, я говорю, что Ленин, вот наш родной, твою мать, ну лежит, ну как живой. Да вы где находитесь? Что вы ругаетесь? Да я что, я вот говорю, Ленин-то наш, это как... Да хер с ним, с Лениным, говорит мент. Я спрашиваю, вы где находитесь? Сидит как-то в своем кабинете Леонид Ильич Брежнев и держит в руках значок «Лауреат Ленинской премии». Курит сусло. Слушай, Михаил Андреевич, а ты «Мою малую землю» читал? Читал, Леонид Ильич. Изумительное произведение. Оно очень нужно нашему обществу. А ты не обманываешь меня? А? Ну, разве я когда-нибудь вас обманывал? Да я не помню. Тогда позови Пельша. Курит Пельша. Пельша Янович. Я не Пельша Янович. Ярвит Пельшевич, короче. Ты «Мою малую землю» читал? Читал, Леонид Ильич. Замечательное произведение. Я в третий раз перечитываю. Ну, Леонид Ильич Брежнев сидит дальше, так и играя значком лауреата Ленинской премии, говорит. Всем нравится мое произведение. Может, и мне почитать? Берия докладывает Сталину. Товарищ Сталин, получены сведения, что маршал Рокоссовский завел себе на фронте любовницу. Красивая? Спросил Сталин. Очень красивая, ответил Берия. Блондинка, стройная. Что делать будем? Сталин походил, походил по кабинету. Что делать будем, говорит он. Завидовать будем, а? Маленький сынок спрашивает у мамы. Мамочка, а что, Никита Сергеевич больше не Хрущев, а? На пенсии Хрущев посылает жену в магазин за икрой. Ну, Нина Петровна, значит, пошла, возвращается, ничего нет. А Хрущев говорит,
Всего 2 недели прошло, как меня сняли, а уже все развалили, а? Спрашивает Брежнев у Косыгина. Алексей, а сколько у нас в стране это евреев? Да 1,2 миллиона, Леонидович, будет. А если мы им разрешим всем уехать, много ли захотят? Да я думаю, 10-15. На партийной конференции Брежнев начинает свое выступление. Товарищи сионисты! Ну, в зале гул, ропот, непонятная ситуация. Брежнев, значит, опять смотрит бумажку и начинает снова. Товарищи, сионисты опять готовят акцию. Вызвали, значит, одного секретаря обкома на доклад к Брежневу за развал производства. Ну, приехал он, значит, сидит в приемной и ждет. Вдруг выходит Брежнев. Смотрит на него. Ты зачем приехал? Он говорит, так вы же меня слушать будете. Слушать? Тебя? Да. Мы тебя не слушать, а долбать будем. Соловей нашелся. Как-то 3 президента, Горбачев, Буш и Митерран, разговорились о зарплате в своих странах. Ну, вот Митерран говорит, у меня рабочие получают 2000 франков. 1000 уходит на квартиру, питание, ну, туда-сюда, а вот куда уходит остальная 1000, это уже не мое дело. Буш говорит, а мои рабочие зарабатывают по 2000 долларов. 1000, само собой, на квартиру, питание, автомобиль, остальные, это уже их проблема. А Горбачев говорит, а мои получают 500 рублей. Вот откуда они берут еще 1500, это уже их проблема. Когда воскрес Карл Маркс, то он попросил дать ему выступить по радио. Когда же ему дали выступить, он сказал, пролетарии всех стран, извините. Прилетел как-то Леонид Ильич Брежнев в Среднюю Азию. Ну, его встречают местные партдеятели, там, значит, и салам алейкум. Он говорит, алейкум ассалам. И вдруг из толпы диссидент какой-то кричит, архипелаг ГУЛАГ. Ну, Леонид Ильич говорит, ГУЛАГ, архипелаг. На встрече Сталина и Рузвельта зашел разговор о преимуществах демократии. Рузвельт говорит, вот у нас любой человек может выйти к Белому дому и крикнуть «Долой Рузвельта!» Ему за это ничего не будет. А Сталин говорит, у нас тоже любой человек может выйти на Красную площадь и крикнуть «Долой Рузвельта!» Ему тоже за это ничего не будет. Приглашает Сталин Жукова в кабинет и говорит, товарищ Жуков, немцы рвутся в Ленинград. Если захватят город Ленина, колыбель революции, расстреляю. Можно идти? Подожди. Если сдашь Москву, расстреляю. Можно идти, товарищ Сталин? Если возьмут Сталинград, тоже расстреляю. Жуков срочно выехал в войска. На банкете в Кремле в честь Дня Победы Сталин произнес речь, где сказал. Я поднимаю тост за маршала Жукова. Маршал Жуков обладает 2 хорошими качествами. Во-первых, он большой полководец. Во-вторых, маршал Жуков
понимает и ценит шутку. Приехал в Москву Хоннекер. Ну, и просит Брежнева. Леонид Ильич, покажите мне могилу Сталина, пожалуйста. А Брежнев говорит. Какого Сталина? Ну, Хоннекер промолчал, а на следующий день опять ему говорит. Леонид Ильич, ну покажите же мне могилу Сталина, а? Брежнев опять. Какого Сталина? Ну, так Хоннекер ни с чем и уехал. Ну, проводили его в аэропорту, а Гречка подходит и говорит Брежневу. Леонид Ильич, что же вы ему могилу так Сталина и не показали, а? Обиделся, наверное, Хоннекер. Какой Хоннекер? Перед наступлением Сталин звонит Жукову. Георгий Константинович, все в порядке, начинайте наступление. Впрочем, отставить. Я еще должен посоветоваться с полковником Брежневым. После вручения Ленинской премии за литературные труды Леониду Ильичу Брежневу, журналисты спросили у него, а кто ваш любимый писатель? Хемингуэй. А почему, Леонид Ильич? Так он же писал о партийной работе. Разве? Ну да, вот роман «Обком звонит в колокол». Леонид Ильич Брежнев обращается к внучке. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь и станешь такая же большая, как и я? А внучка говорит, генеральным секретарем. А зачем нам два генеральных секретаря? А? Полночь Брежнев звонит Косыгину. Скажи, Алексей, английский адмирал, который флот Наполеона побил, это как его звали? Нельсон. Он что, был одноглазый? Да, Леонид Ильич, одноглазый. Ага. Ну, положил труп. Глубокой ночью опять Брежнев звонит Косыгину. Алло, алло, Леха. А вот наш фельдмаршал, который Наполеона побил, это как его звали, а? Кутузов Леонид Ильич. А в чем дело? А он что, тоже был одноглазый, а? Да, тоже одноглазый, Леонид Ильич. Ну что вы мне спать не даете-то? Ну ладно, спи. На рассвете опять Брежнев звонит Косыгину. Алексей, а вот этот генерал израильский, Даян, он ведь тоже ж одноглазый, а? Да, Леонид Ильич, одноглазый. Ну а что, что такое в этом? Я ничего не понял. Слышишь, Леха, вот у меня идея. Давай, Гречка, один глаз выбьем, а? После похорон Черненко в Кремле раздается звонок. Алло. Это Кремль? Вам генсеки нужны? Ты чё, больной, что ли? Да, и очень старый. Навестил Сталин больного Ленина в горках. Ну, видит, плох старичок уже. Ну, говорит, Владимир Ильич, передавайте мне власть. Боюсь, товарищ Сталин, говорит Ленин, народ за тобой не пойдет. Ну тогда он пойдет за тобой, Владимир Ильич. На том свете, значит, беседуют Брежнев и Черненко. Ну, Брежнев спрашивает. Костя,
А кто сейчас там вместо нас правит, а? А Черенко говорит, да там Мишка Горбачев. Мишка Горбачев? А кто его поддерживает? А чего его поддерживать? Он пока еще сам ходит. Андропов издал следующие указы по переименованию. ЦК КПСС в ЧК КПСС, Кремль в Андрополь, Москву в Чикаго, Ленинград в Питер-Андроповск, СССР в КГБ, то есть коммунистическое государство будущего. О. Радиокомментатор на похоронах Андропова говорит, значит, все политбюро в полном составе идет к могиле. Встречаются на том свете два бывших генсека. Один говорит, слушай, ты когда работал генсеком, что-нибудь построил? Да не, вроде, а ты? Да я тоже ничего. Так а что же они там перестраивают, а? В школе в канун Октябрьской революции встреча со старым большевиком, который видел Ленина. Ну, он рассказывает детям о Ленине, значит, и учительница вдруг говорит, а правда ли, что вот Владимир Ильич очень-очень любил детей? О, да, он очень-очень любил детей. А вы расскажите какой-нибудь пример из жизни. Ну вот помню я как-то в Шушинском. С утра Владимир Ильич бреется опасной бритвой, значит, а соседский мальчишка так и норовит Ильича под руку толкнуть. Ильич повернулся и говорит, мальчик, пошел нахер. Хм, а мальчик неугомонный такой. Все время так и норовит Ильича под руку, так и норовит. Ильич опять поворачивается и говорит, мальчик, пошел нахер. Ну, мальчишка неугомонный, ух, какой он так и крутится около Ильича, и все норовит его под руку толкнуть. Ильич опять поворачивается и говорит, мальчик, пошел нахер. А мог бы ведь и бритвой по глазам полосануть, а? Приходит домой Борис Николаевич Ельцин и говорит жене, ты знаешь, мне тут предлагают 5 миллионов долларов, если я подам в отставку. Жена подумала и говорит, ты знаешь, Боря, не торопись соглашаться, уверена, что тебе предложат больше.